Всем привет! Приветствую вас на канале Аленкины рецепты. Хочу предложить вам приготовить очень простую закуску, при этом очень вкусную. Крабовые палочки с сыром в кляре. Для этого нам понадобится любой твердый сыр, ваш любимый. Режем его на брусочки, длиной примерно с крабовую палочку. Вот такого размера. Аккуратно раскрываем крабовую палочку. Заворачиваем брусочек сыра в палочку. Вот так должно получиться. Палочек и сыра можете взять сколько угодно. Уверяю вас, будет очень вкусно. Займемся кляром. Для него нам понадобится 2 куриных яйца. Пол чайной ложки соли. И немного черного свежемолотого перца. Добавляем пару столовых ложек муки. И хорошо перемешиваем. Должна получиться консистенция жидкой сметаны. На разогретую сковороду выливаем растительное масло. И по очереди обваливаем все палочки в кляре. Выкладываем на сковороду. И обжариваем с двух сторон примерно по 2-3 минуты до золотистого цвета. И пока сыр не расплавится. Закуску можно кушать как горячей, так и холодной. Мой вам совет: готовьте больше, потому что такой закуски вам будет мало. Приятного вам аппетита! Не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новое интересное видео. Всего вам доброго!